Всем большой привет! Сегодня я заезжала в магазин Fix Price за покупками и решила снять для вас обзор. Магазин, в котором я была, находится по адресу город Саратов, улица Чапаева, торговый центр «Аврора». Чайник заварочный объемом 800 мл. Корпус стеклянный, вставки из полипропилена и колба для заварки из нержавеющей стали. Сделано аккуратно, смотрится неплохо, представлен в двух расцветках. Производитель Китай, цена 149 рублей. Новые кружки с необычным узором, объемом 370 мл. Состав стекло, кое-где есть потертости. И на каждой кружке есть вот такой шов. На выбор три расцветки, производитель Китай, цена 50 рублей. Еще одна кружка объемом 370 мл. На этот раз состав фарфор, сделано аккуратно. Отличается расцветкой и надписью. Всего 4 варианта, цена 55 рублей, производитель Китай. В серии Kitchen появились новые прозрачные салатники разного объема. Состав стекло. Самый маленький объемом 300 мл стоит 27 рублей 50 копеек. Следующий салатник объемом 600 мл уже отличается. Стенки намного толще, чем у предыдущего. Его цена 55 рублей. И самый большой салатник из этой серии объемом 1 литр 300 мл. Его цена 99 рублей. Производитель Китай. Тарелка диаметром 18 сантиметров. Материал фарфор, несмотря на то, что с обратной стороны написано коралл, производитель Китай. В этом фикс-прайсе только одна расцветка, цена 55 рублей. Кружка для супа объемом 600 мл. Состав натрий кальций, силикатное стекло. Производитель Россия. Нижегородская область, город Бор, цена 99 рублей. Набор емкостей для масла и уксуса. В набор входят две вот такие стеклянные бутылочки. Объем каждой 260 мл. Сама бутылочка стеклянная, крышка пластиковая. Закрывается достаточно плотно. Сделаны бутылочки аккуратно, красиво, думаю, на кухне будут симпатично смотреться. Производитель России, Нижегородская область, город Бор. Цена набора 149 рублей. Кухонная клеенка размером 60 на 100 сантиметров. Состав ПВХ, есть отметка о том, что подходит для пищевых продуктов. Рисунок только с одной стороны. Производитель России, Ленинградская область, цена 55 рублей. Еще один новый гаджет серии Kitchen – это экран от брызг с ручкой. Поможет защитить вашу плиту и кухонный гарнитур от брызг во время жарки. Подойдет для сковороды диаметром от 18 до 28 сантиметров. Экран хорошо пропускает воздух и не мешает жарке еды. Также его можно использовать как дуршлаг. Состав – нержавеющая сталь и ручка из полипропилена. Отличаются цветом ручки, представлен в трех цветах. Производитель Китай, цена 55 рублей. Новая кулинарная кисточка, длина 21 сантиметр. Внешняя часть силикон, внутри нержавеющая сталь. Продажа в трех расцветках, цена 55 рублей. В новой серии также появился венчик. Состав нержавеющая сталь и полипропилен. Есть отметка о том, что подходит для пищевых продуктов. Производитель Китай, три расцветки, цена 55 рублей. Емкость для продуктов круглая, с защелками. Объем 500 мл. Крышка защелкивается с четырех сторон. Состав пищевой полипропилен можно использовать в микроволновке, но при этом не забудьте снять крышку. Контейнер есть побольше, объемом 1 литр 200 мл. Производитель Московская область, город Ногинск. Цена маленького контейнера 55, цена большого 77. Подставка под ложку размером 14 на 14 сантиметров. Состав силикон. На мой взгляд, вещь удобная, поможет содержать кухню в чистоте и порядке. Симпатично смотрится, можно мыть в посудомоечной машине. Продажа на выбор в сером и в салатовом цвете. Производитель Китай, цена 55 рублей. В фикс-прайсе появилась новинка. Салфетки одноразовые, индивидуальные, барьерные. Для того, чтобы сделать маску самостоятельно. В наборе 50 салфеток, размером 12 на 33 сантиметра. На самой салфетке есть трафарет и инструкция, как ее вырезать. Состав вискоза и полиэфирное волокно. Производитель России, Ленинградской области, цена набора 77 рублей. В отделе декор появились вазы высотой 18,5 сантиметров. Состав доломит. Сделана ваза достаточно аккуратно. Вот так ваза выглядит внутри. У меня была ваза из доломита, и, к сожалению, опыт не самый удачный. Спустя некоторое время моя ваза начала протекать. И, кстати, многие в отзывах пишут, что доломит имеет свойство пропускать воду. Ваза представлена в трех расцветках, производитель китайца, на 199 рублей. Еще одна новинка из доломита – это декоративная шкатулка. В экспрессе целая коллекция расцветок и рисунков. Сделано очень аккуратно и красиво, но больше похоже не на шкатулку, а на банку. Есть один существенный минус – крышка не закрывается, она просто кладется сверху.
Поэтому будьте аккуратны, такую банку можно легко разбить. Я себе такую баночку купила, использую под сахар. Очень красиво смотрится в интерьере. Если тоже успели купить, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, под что вы используете эту шкатулку. Цена такой красоты в фикс-прайсе 199 рублей. Новая фоторамка размером 10 на 15 сантиметров. Никакого пластика, в составе МДФ, бумага, стекло и железо. Можно ставить как вертикально, так и горизонтально. Размер самой рамки 22 на 17 сантиметров. Три расцветки, производитель Китай, цена 99 рублей. Кашпо для цветов размером 27 на 12 сантиметров. Внешне немного похоже на маленькое корыце. Кашпо можно использовать, например, для того, чтобы посадить цветы или зелень. Думаю, также можно использовать дома в интерьере. Состав железа на выбор 4 расцветки, цена 199 рублей. Новые женские колготки Помпея. Изготовитель Италия. Размеры в продаже S, M, L. На выбор 2 расцветки, бежевая и черная. Цена 77 рублей. Еще одна итальянская новинка, колготки Инканта. 40 ден, продажи бежевые и черные, размер двойка, тройка, четверка и пятерка. Производитель Италия, цена 149 рублей. Лезвие рапира, в упаковке 10 штук. Производитель Россия, город Москва. Цена 27 рублей 50 копеек. Лейкопластырь бактерицидный, дорожная аптечка. В наборе 3 разных размера, всего в наборе 20 штук. Цена 55 рублей. Новый скраб для лица от марки «Народные рецепты». В составе бамбуковый активированный уголь, тростниковый сахар, белый вулканический пепел и мятное масло. Эффект лазерной шлифовки моментально обновляет кожу, стимулирует клеточное обновление. И еще одна новинка от этого производителя – маска для лица «Детокс омоложения», эффект ботокса. В составе уголь, глина и грязь. Разглаживает мелкие морщины, улучшает структуру кожи, эффектно очищает и отшелушивает. Объем 50 мл, цена 55 рублей. Скраб для тела от Vita Cosmetic, антицеллюлитный лимонно-солевой, моделирующий, на горчичном масле с лимонным соком и медом. 155 мл, цена 55. Марка Milk Riva, маска и кондиционер, экстра объем с козьим молоком. Объем 430 мл, цена 77 рублей. Жидкое мыло с антибактериальным эффектом, экстракт хлопка и витамин Е. Производитель Республика Татарстан, город Казань, цена 55 рублей. Крем-мыло антибактериальное «Аура» 250 мл. Бережно очищает от грязи и микробов без триклозана. Цена 55 рублей. Если не знаете, как скоротать время, то в фикс-прайсе вы найдете всегда большой выбор пазлов. Появились очень сложные пазлы на целых 1500 элементов. Размер готовой картинки 45 на 68 сантиметров. Думаю, такой пазл можно собирать всей семьей. Большой выбор картинок, производитель Россия, город Москва. Цена 199 рублей. Если на 1500 элементов для вас слишком сложно, можно взять пазл полегче, всего на 500 элементов. Размер готовой картинки 46 на 34 сантиметра. Производитель тот же самый, Россия, город Москва. Этот пазл в два раза дешевле, его цена 99 рублей. Есть вариант этого же пазла с детскими картинками. И самые легкие пазлы всего на 24 элемента по мотивам мультиков Disney. Думаю, детям будет точно не скучно. Размер готовой картинки 33 на 48 сантиметров. Цена 149 рублей. Еще одна не менее классная новинка – это раскраски с водорастворимыми красками. Внутри 16 картинок, и все, что вам понадобится, это всего лишь стакан воды и кисточка. Детям это точно понравится, ну а у мамы появится как минимум минут 30 свободного времени. В этой серии большой выбор раскрасок, как для девочек, так и для мальчиков. Цена 99 рублей. Вы даже не представляете, сколько сегодня книжных новинок, попробую быстро показать их вам все. Джон Грин «Бумажные города». Экхарт Толле, автор мирового бестселлера «Новая земля. Пробуждение к своей жизни». Стивен Кови «Главное внимание главным вещам». Автор этой книги самый блистательный после Дейла Карнеги советчик по вопросам самосовершенствования, поразивший мир американского бизнеса. Еще несколько новинок книг этого же автора. «Семь навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности». Более 30 проданных экземпляров по всему миру. И третья книга этого автора «Восьмой навык. От эффективности к величию». Если уже знакомы с книгами этого автора, делитесь, пожалуйста, в комментариях. И, кстати, в фикс-прайсе теперь новая цена книги, которые раньше стоили 77, как вы видите, теперь стоит 99. «Экстремальный тайм-менеджмент», автор Николай Мрачковский и Алексей Толкачев. Книга «Деловой бестселлер». «Грин. 48 законов власти. Энциклопедия относительного и абсолютного знания». Книга для тех, кто не хочет получить удар в спину. Ада Быковская «Бизнес своими руками. Как превратить хобби в источник дохода». Вот это, наверное, актуально в наше время. Айн Рэнд, трилогия «Атлант расправил плечи». Часть первая «Непротиворечие». Часть вторая называется «Или-или».
И часть третья под названием «А есть А». Стоимость каждой части 99 рублей. Большой выбор книг по воспитанию детей. Массару и Бука после 3 уже поздно. В течение первых 3 лет у ребенка самый высокий потенциал к обучению и развитию. Ричард Фербер «Сон ребенка. Решение всех проблем. От 0 до 16». Автор книги – признанный специалист по проблемам детского сна, педиатр. Робин Берман «Баловать нельзя контролировать. Как воспитать счастливого ребенка». «Любовь и строгость. Как, воспитывая ребенка, объединить эти, пожалуй, главные и в то же время противоположные родительские проявления». Ричард Темплер «Правила родителей. Секрет воспитания счастливых и уверенных в себе детей». Шон Гровер «Мой ребенок – тиран. Как вернуть взаимопонимание и покой в семью, где дети не слушают и грубят?» Ответы на все эти вопросы вы найдете в этой книге. «Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо» Марк Мэнсон. Бестселлер «Нью-Йорк Таймс». «Договориться можно обо всем. Как добиваться максимума в любых переговорах» Гэвин Кеннеди. Книга «Настоящая библия переговорщика», в которой шаг за шагом раскрываются основные принципы переговорного процесса. Еще одна не менее интересная книга «Школа Fly Lady» Марла Силли. Лучшая книга по ведению домашнего хозяйства. Как навести порядок в доме и в жизни. Думаю, что книга очень интересная. Крейг Рассел, книга, которую читают на 23 языках мира. «Аспект дьявола». Самый запоминающийся триллер года. Исторический триллер с будоражащим кровь сюжетом. Джон Дуглас «Охотник за разумом». Особый отдел ФБР по расследованию серийных убийств. Бестселлер «Нью-Йорк Таймс». Это, кстати, две единственные дополнительно упакованные книги. Бернар Вербер «Шестой сон». Лив Константин «Последняя миссия Пэриш». Книга-бестселлер в 20 странах. Джеффри Евгенидис «Средний пол». Выдающийся текст на запретную тему. «Нью-Йорк Таймс» 18+. Роберт Грей Смит «Зодиак. История про серийного убийцу». София Лундберг «Вопрос. Половинка сердца». Волнующий роман о столкновении с правдой и обретении любви. Элизабет Гилберт «Город женщин». Не обязательно быть хорошей девочкой, чтобы быть хорошим человеком. Самая ожидаемая книга 2019 года. Кейси Уэст «Рядом с тобой». Теплая, милая, добрая, очаровательная история о том, что любовь можно найти там, где ее совсем не ждешь. Автор серии «Три метра над небом» Федерико Мочио «Прости за любовь». Замечательная история любви юной девушки и взрослого мужчины. Такая нежная и романтичная. В отделе организации хранения появилась полка навесная угловая. Размер 41 на 17 сантиметров. Можно использовать в ванной комнате, на кухне, в кладовке или в гараже. В состав непищевой полипропилен сделана полка аккуратно, пластик плотный. Есть отверстие для крепления, но само крепление в комплекте не идет. Изготовитель России «Полимербыт», город Москва, цена 99 рублей, только в белом цвете. Ароматизированные вискозные салфетки, 8 штук размером 30 на 30 сантиметров. Есть с ароматом банан и с ароматом мяты. Состав вискоза полиэстер, производитель Ленинградской области, цена 50 рублей. Пакеты для мусора большие, объемом 120 мл, 10 штук в наборе. Биоразлагаемые, 99 рублей. Мочалка металлическая, в наборе 10 штук. Состав оцинкованная сталь, производитель Россия, Ростов-на-Дону. Цена 50 рублей. Набор из 5 предметов для уборки. Внутри один совок и 4 щетки. В 3 расцветках, производитель Китай, цена 199 рублей. Новая огромная упаковка туалетной бумаги, 3-слойная, 12 рулонов. Клео Ультра. Цена 149 рублей. Средство дезинфицирующее Санфор, объем 1 литр, цена 99 рублей. Белоснежная чистота и дезинфекция против микробов и, как вы видите, против вирусов. Цена 99 рублей. Еще одна новинка средств для уборки – средство Селена антибактериально моющее, 500 мл для любых поверхностей. Цена 77 рублей, объем 500 мл. Средство для стирки Окси плюс аромакондиционер, объем 1,5 литра. Эффективное очищение, деликатная стирка для детских вещей 2 в 1. Цена 99 рублей. Салфетки Олео Урбан. Очищающие с углем, внутри 60 штук. Детокс. Точно такие же в белой упаковке, ничем не отличаются, только цветом пачки. Цена за 60 штук 50 рублей. Новинки в бьюти-отделе, декор для дизайна ногтей. Внутри находятся элементы серебряного и золотого цвета. Состав медь. С обратной стороны подробная инструкция. Цена 77 рублей. Индейка тушеная, ГОСТ от марки Русском. Изготовитель России, Московская область. В составе на первом месте мясо индейки, затем вода, соль, лук, загуститель Е407, перец черный молотый. Масса 325 грамм, цена 77 рублей.
Лимонад Фантола со вкусом Bubblegum. 500 мл, цена 18.30. Сухарики Хрустим 60 грамм. Со вкусом сырное ассорти, говядина терияки, томаты зелень, шампиньоны в сливочном соусе и со вкусом королевский краб. Цена 27 рублей 50 копеек. Напиток сокосодержащий «Моя семья». Объем литр 930 мл, цена 77 рублей. Продажа только мультифрукт. Напиток сокосодержащий «Сочная долина» со вкусом яблока, апельсин, манго, мандарин, виноградный микс и мультифрукт. 200 мл, цена 10 рублей. Теперь в Фикспрессе можно купить конфеты Рафаэлло. В упаковке 150 грамм, цена 149 рублей. Жевательная резинка Ментос 54 грамма. Есть со вкусом клубники и со вкусом нежная мята. Цена 50 рублей. Конфета Меллер со вкусом тирамису. 38 грамм, цена 27.50. Всеми любимый киндер-сюрприз также теперь можно купить в Фикспрайсе по цене 55 рублей. Если хотите узнать больше о продуктах из Фикспрайс и узнать, каковы они на вкус, у меня есть несколько видео на втором канале, где я пробую различные продукты. Ссылку на эти видео оставлю вам в описании и в комментариях. Переходите, смотрите, узнаете очень много нового и интересного. На сегодня это все. Надеюсь, видео понравилось и было для вас полезным. Желаю вам отличного дня, прекрасного настроения, крепкого здоровья. Увидимся очень скоро. Всем пока!